И таких нарушителей на ЖД-переезде возле НКЦ сотни. Только за время рейда было выявлено 3. Сегодня сотрудники железнодорожного сообщества уже традиционно провели акцию «Внимание, переезд». Конкретно на этом переезде очень часто люди все-таки нарушают. Когда поезд идет, надо смотреть, нет ли машин или чего-то. Потому что человеческая жизнь, она дороже, чем железо. Но этого некоторые водители игнорируют. Необходимая профилактика все-таки такая важная вещь? Да. Почему? Ну, потому что только что две машины только проехали. Не знаю, соблюдать. Это же лишение прав идет. Выезд не по правилам на железнодорожный переезд карается штрафом в размере 5000 рублей. Но это если повезет. При столкновении с поездом машина превращается в груду металла, а человек в лучшем случае получает травмы. Остановить многотонный состав за секунду невозможно. Как правило, тормозной путь составляет сотни метров. Последний случай произошел 3 июня в Оренбургской области. Автолюбитель решил проехать на красный запрещающий сигнал, после чего поезд его машину пронес примерно на 300 метров. Водитель был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии с множественными переломами. Как сегодняшний день показал, даже при профилактическом рейде есть нарушители, которые пытаются проскочить, там побыстрее закончить свой маневр, несмотря на то, что даже находятся люди здесь и при закрытых шлагбаумах. За последние полугодия по Куйбышевской железной дороге по вине автовладельцев допущено 3 дорожно-транспортных происшествия. В результате погибло 2 человека. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, новости НТР.